быстренько приготовим завтрак и пойдем встречать рассвет на море, и там же и позавтракаем. Сначала нарежем салатик. Так, нарежем полукольцами половинку луковицы. Тоненько-тоненько. Зелень уже нарезали немножко. Сюда отправляем лучок. Так, лучок присолим и вот так вот его пожмякаем, чтобы он пропитался. Так, теперь сюда же помидорку. Так, теперь есть 4 маленьких черика, желтенькие, для красоты. Какой цвет получается красивый. Салатик готов. Берем яйцо. Убиваем. Чуть-чуть подсолим. Забьем. Масло на сковородочку. Выливаем. И жарим такой омлетик-блинчик. Расстилаем листик лаваша и омлетик выкладываем на него. Теперь у меня есть 2 жареных кусочка курицы без косточки. Нарезаем. И будет у нас суперовская домашняя шаурма. Я его слепила из того, что было. Называется. А помните, как в Советском Союзе? Там же не было продуктов. И готовили, открывали холодильник. Смотрели, что там есть. И уже из этого готовили. Так и у нас сейчас. У нас есть кусочек сыра, завалявшийся. Настрогаем его быстренько. Ой, в это время надо спать, а я стою и дурью маюсь, называется. Ну что делать, надо же как-то разнообразить жизнь. Сыр. Берем пару ложек майонеза. Делаем соус. Немножко выдавливаем горчицы. Все, ложечкой перемешали. И вот так немножко смажем это дело. А теперь наш салатик выкладываем красивенько. Можно добавить немножко томатного соуса при желании. Но здесь и так есть помидоры, поэтому как хотите, для вкуса. И теперь вот эту всю красоту мы заворачиваем. Потом подсушим на сковородке. Можно с маслом, можно без. Так, один пошел.
какая красота. Один уже обжаривается, а этот только заворачиваю. Красиво и будет вкусно. А на море под свежий воздух и морской прибой любая еда будет вкусная. Такая вкусняшка получается. Осталось только завернуть каждый в фольгу и наслаждаться этим на пляже. Этот я обжарила без масла, а этот в масле. Видите, есть разница. Кто как любит. Ждем еще пару минут и выходим. Скажи доброе утро. Доброе утро. Ну и что, не мы одни. Опа, доброе утро. Как спалось? Привет, привет. Ну он же памятник, точно. Его положит, да? А он здесь. Скоро должно появиться солнышко. Появляется солнышко. С добрым утром, страна! Что вам сказать, мы не одни такие люди уже есть на пляже. Желя, привет! Малыш! Ой ты боже мой, ой ты боже мой, ой ты боже мой, какой Желя! Ты Деля малая? Ты малая Деля? Да, вот и познакомились, вот и познакомились, малышка. Уже и поцеловались даже. Рады? А, он дохлый. Водные процедуры. Под первыми лучами солнышка. Очень красивый рассвет сегодня. Опа! Класс. Это то, что мы заказывали. Наш завтрак. Ну, нигде на побережье здесь вы не купите такую вкусноту. Они его будут кушать, крабика дохлого. О,
Ох, какой. Сейчас их тут будет миллион. Помнишь, как мы зимой приходили чая кормить? Да. Покупали хлеб. Ну. Смотри, смотри. Все, ребята, хватит. Это какие-то маленькие, да? Ну. Детеныши, наверное. И вороны здесь. Все вместе. И голуби.